Сроки рассмотрения петиций госорганами в Казахстане будут снижены с 60 до 40 дней для центральных госорганов и 20 местных. Закон об общественном контроле и сопутствующие ему поправки, предусматривающие создание в стране института петиции, приняли сегодня в Мажилисе. Он направлен на обеспечение участия граждан в управлении делами государства. Документ направили на рассмотрение Верхнюю палату парламента. Кроме того, к объектам общественного контроля в Казахстане теперь будут относить фонд нацблагосостояния Самрук-Казына и подотчетные ему компании. В список вошли и воинские части, и военные учебные заведения, Назарбаев-университет и Назарбаев-интеллектуальные школы. Также сегодня депутаты палаты ратифицировали и направили в Сенат 3 соглашения о деятельности ОДКБ. В частности, документами предусмотрено регулирование взаимодействия сторон. Это позволит обеспечить войска современными образцами вооружения, военной и спецтехникой, а также материальными средствами, в том числе медицинскими. Вашему вниманию представляется проект закона, предусматривающий ратификацию соглашения о совместном материально-техническом и медицинском обеспечении войск, организации договора о коллективной безопасности. Соглашение подписано 16 сентября 2021 года в городе Душанбе на заседании Совета о коллективной безопасности. Ратификация соглашения позволит поддерживать высокий уровень боевой готовности коллективных сил, обеспечивающий адекватное реагирование на вызовы и угрозы международной безопасности.